Кто знает, что за кофе? Швейцарская. Написано крепкость 8 зерен, 9 штучек в середине. Короче, вот так вот открываем. Тут нарисовано, что посадили, на кораблик посадили, потом на кораблик отправили на корабле. Приехало, обжарили, доставили вам, вы его выпили. И вы уже взяли его, высыпали в землю, посадили, заново оно выросло. Выглядит как-то это вот так вот, 9 шариков. Тут было 9, один я достал. Сейчас покажу, ну так вот, как он выглядит. Короче, написано, что сам шарик к употреблению не нужно его употреблять, нельзя. Я думаю, что его надо разбить и высыпать содержимое. Может, так надо кидать? Напишите в комментариях, можно ли его кидать просто в кружку. Или надо вот так вот разбить и высыпать содержимое. Вот так вот выглядит он в середине. Я его уже его подразбил. Короче, не знаю, сейчас буду пробовать. Целиком закину в кружку один шарик. Ну, так вообще прикольная штука, я думаю. Кофе вот такое, Швейцария. Как бы Швейцария качеством всегда знаменита была своим. Ну, как-то так. Сейчас буду пробовать, короче. Пишите в комментариях, что за кофе вкусный, кто такой пробовал. Ну, вообще, что про него можете сказать.